Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Передаю обстановку. Добрались до Акимата. Свыше 20 тысяч человек тут собрались. Более 20 тысяч человек. Власть не падет, но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Но когда он сказал, что он воюет против бандитов, он назвал нас бандитами, против террористов, мы не бандиты, мы не террористы, мы сами участники этого митинга. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Біз шықтық бейбіт түрде, ешқандай қару болған жоқ. Бәріміз қарусыз шығып, өз ойымызды айттық. Біздің талабымыз үкімет кетсін. Поэтому их нужно уничтожать. Блогерлер, журналисты и блогеры, было рассказано множество версий того, что здесь произошло. Вы должны понять, что здесь произошло. 30 лет понадобилось, чтобы пружину, которую власти сжимали, лопнула. Смотрите, по всем нам стреляли. Все мы прошли через это, но никто из нас не хочет убивать или оказывать давление. Пожалуйста, приходите сюда и посмотрите это своими глазами. Мы показываем вам лицо новой страны, и вы должны стать ее свидетелями. Мы, казахи, долго терпели. Нам состояние дел в стране надоело. Смотрите, здесь наступают солдаты. Пусть мир это увидит.